Да, идет. Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Зарина. Я Полина, стилист, и со мной сегодня Юля. Привет! Я Юля, руководитель отдела маркетинга бренда Зарина. Сегодня мы покажем и дадим вам послушать, как звучит наша новая лимитированная коллекция из премиальных тканей. Один из самых ключевых материалов в этой коллекции – это эко-кожа. И хочется ее потрогать и послушать. Эко-кожа, кстати, высокотехнологичный материал. Интересно, как материал с таким описанием может звучать. Это не только высокотехнологичная, но и премиальная эко-кожа. Она очень мягкая на ощупь, очень тонкая. Давай скорее включай. Здесь приятное ощущение не только для ушей, но еще и фантастически приятное ощущение для тактильное, пальцев. Да, тактильное ощущение очень приятное. Мне нравится. Мне кажется, нравится. Это один из самых любимых звуков. Это не только премиальная ткань, это еще и премиальный звук. Так, ладно, приступим к следующим вещам. Это вот техника покрытия AirTouch, то есть они такие мягенькие. AirTouch – это когда у тебя окрашивается изделие таким пульверизатором, uh-huh. Типа как будто его тронул воздух. Uh-huh. И вот мне кажется, что здесь использована такая техника, потому что очень матовая такая ровная текстура, и мне кажется, это влияет на звук. Как будто они деревянные. Есть такое ощущение. Приятный звук. Ой, ну это какое-то уже такое... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Немножко новогоднее настроение, колокольчики. Какой-то очень знакомый детский звук, но я не понимаю, какой. Подожди, мне прям хочется сюда добавить кожу. Добавляем. Наша маленькая girls band. Вау! Вот это да! О, это галечка. Волна накатывает на гальку и ее смывает в море. И обратно. Давай придумаем, в каком образе мы сейчас хотим пойти по берегу моря. Что из новой лимитированной коллекции? Шикарная юбка. Давай послушаем ее. Да, давай возьмем ее тоже. А ты знаешь, Полин, что значит слово плесе? От какого оно глагола? Сжимать. Ну, ты практически права, да. Плесе – это французский глагол морщить. Плесе. А, это то, чем мы занимаемся. Лицо, да, морщить. Да, и юбка тоже сморщенная. Техника. Ой, молния, давай слушать. Можно я тоже попробую? Конечно. Это было резко. Острые ощущения. Хорошая фурнитура. От молнии. Мы говорили про юбку плиссе. К ней хочется вверх, но такой легкий. Это будет футболка из хлопка. И у нее есть одна особенность, которую очень интересно послушать. Ты догадываешься, о чем я? Да. Вот она.
Давай сразу. Я предлагаю подуть. Давай подуем и послушаем, как он будет звучать. Нет, нет, давай начнем с самого интересного. Смотри. Ну, давай. Да, 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 да. Но ведь они объемные, в этом вся фишечка, что вот такой звук можно достигнуть только когда надпись будто выбита на футболке. Вот, теперь парус у нас плывет. Ветер дует. О! Ой, белый цвет, кстати, это всегда чистый лист. Это возможность начать все заново. И, в принципе, выбирая белый цвет и собрав белый лук, у вас есть шанс все начать сначала. Если мало ли вы ждете какого-то сигнала, пью! Я подала вам сейчас его. Так, ну ладно, мы уже, думаю, пожамкали футболку. Что у нас? А, у нас тяжелая артиллерия. Да, дубленка. У нас есть дубленка. Что я могу сказать? Она кроя оверсайз, с удобными карманами, супер мощная. Прямо чувствуется вот вещь. Тяжелая. О, похоже. Сделай так еще раз. Ой, у меня мурашки настоящие. Ты как будто прямо трогают тебя, скребут. Но тут другая кожа. Да, кожа совершенно другая, она намного плотнее. Она не будет промокать. В ней точно не будет холодно. Она в меру плотная, то есть она держит как вот эту форму, как жакета, но при этом она такая мягкая. Есть вязаные костюмы и водолазки с кашемиром. Угу. Что бы ты ни выбрала, мы обещаем тебе комфорт. Хорошее закончение. Женственность и стиль в одежде из последней коллекции Зарины. Кашемировых горных коз, обитающих в северных регионах разных стран. Горных коз? Да. Кашемир, это горные козочки. Нет, ну на ощупь приятный, то есть он такой прям мягенький, хочется в него укутаться. Так, я уже вся в горных козочках. Ты знаешь, мы даже трогаем руками, а у меня руки уже согрелись. Они, да, мне были теплые, но сейчас у меня действительно жарко рукам. Ну, а если захочется выйти, там, прогуляться где-то на природе, это идеальный вариант. Очень теплый и мягкий. Заметили ли вы, что вся коллекция состоит из двух цветов? Это белый и черный. Юля, какой цвет ты выберешь? А, я не буду выбирать. Я выбираю оба цвета и буду сочетать их по максимуму. И черепайте по максимуму. Белый, черный, черный, белый. С вами была Полина. Юля. И бренд Зарина. Зарина. Юля, Полина, Юля, Полина, Юля, кто скажет пока? Пока. Пока, до новых встреч. Пока-пока.